Так, тесты включения компьютера в корпусе и сервер-ретон. Вот на базе Intel там 231 гигабайт оперативки, Windows 7, X32, версия Professional. Включаем. Вот от него проводочки, вот тут монитор. Тут установлен базовый это набор офисных программ для работы, учебы, там Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, вот, Déjà-vu Reader, Google Chrome. Вот Windows тут загрузилось, звук присутствует. Вот тут звук микрофона, тут USB 2.0. Вот пишущий привод DVD-RV. Вот с этой стороны такая вот обширная перфорация для охлаждения. Там можно увидеть его начинку немножко. Вот тут наклейки всякие, это в том числе ключ, которым активирована эта Windows, которая установлена. Вот сзади вид такой. Вот тут это видео, это встроенное, компорт, LPT-порт. Вот USB-сеть присутствует, ну и тоже это вывод звука. Смотрим теперь первое, что ну, то зайдем это в проводник, посмотрим. В общем, такие первые, что можно посмотреть. Вот характеристики. Так, зайдем в AIDU. Там более подробно по железу. Так, компьютер. Суммарная, да? Информация. Вот она суммарная информация по его начинке. Вот, в принципе, для учебно-офисных задач этого достаточно. Для серфинга в интернете. Датчики. Вот тут напряжение блока питания, температуры. Так, ну что, можно тут тест кэша памяти, например. Вот такое, что из быстрого. Вот, делался тест на стабильность. Процессор там выше 60 градусов не греется. Вот, все работает стабильно. Вот тут тоже можно характеристики увидеть краткие. Так, ну тест окончен. Результаты есть. Так, вот, сеть есть. Это видно, значок, звук тоже было слышно. Вот, ну можно сейчас открыть, например, вот это
диспетчер звука. И вот сюда. Звук тоже присутствует. При подключении или спереди и сзади выскакивает диалог. Вот, то есть и передние и задние работают выходы. Так, что здесь? Ну, жесткий диск, вот он. Вот, в принципе, его можно добавить внешним жестким диском, флешками, это тоже не проблема. Вот у меня был такой. Так, проверяем программки офисные. Так, вот он, Word. Такое самое первое для работы, курсовых там, всяких документов, отчетов. Это PowerPoint для презентаций. Тоже. Вот Excel, таблица расчетов, графиков. Вот, ну, Acrobat Reader, то понятно, Дежавю Reader, это я тут ярлык не вынес, это там читать документы, книги. Вот, собственно, так, что еще? Еще вот сюда, да, этот Google Chrome. Так, например, ну, Википедия, да? Вот. Так, вот Википедия. Так, ну YouTube тут. Вот это такое больше для работы машина. YouTube, игры, это такое уже на любителя. Вот, собственно. Нужно на YouTube просто так для интереса. Вот Chrome сразу 8 процессов инициализирует активных. Конечно, грузит. Вот они, видосы. Так, вот здесь в моем компьютере сейчас в свойствах. Там если... Нет, не здесь. Здесь вот. Если нажать там на техническая поддержка, вот он на мой YouTube канал перекинет. Вот через Chrome откроет. Вот, в принципе, жесткий диск можно в дальнейшем заменить на SSD. Вот, и тогда скорость будет еще гораздо больше. Это вот загрузок именно программ и всего остального. Вот, но я, чтобы конструкция в него была очень дорогой, я не стал этого делать. Вот там стоит жесткий диск обычный, этот, вот, на 40 гигабайт.
Ну, в принципе, так все. Вот эта папка с драйверами. Можно на Windows 10, если вдруг захочется перейти 32-разрядную с помощью этой программы. Вот. Ну, вот так, в принципе, все. А, ну еще можно что, список просто программ глянуть. Какие тут я установил. Вот такой вот списочек. Ну, в принципе, все. Завершаемся.